В Усть-Каменогорске горело супермаркет. У жителя Рудного обнаружили домашний склад оружия. А у заключенных в Шымкенте изъяли ножи и заточки. Все подробности в хронике происшествий. В Каменогорске загорелся супермаркет. В двухэтажном здании горели стеллажи, продукты и холодильное оборудование. Пожарные оперативно прибыли на место. С огнем боролись 26 человек. Привлечено 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается, но по предварительной версии это неправильный монтаж либо ошибки в эксплуатации электрооборудования. 33 телефона и 53 заточки изъяли в колонии Шымкента. Во время обыска в учреждении максимальной безопасности у заключенных обнаружены еще и наушники, зарядки, флеш-карты и 3 свертка с веществами растительного происхождения с характерным запахом марихуаны. За последний год сотрудники уголовно-исполнительной системы мегаполиса пресекли 15 фактов переброса запрещенных предметов. Оружие хранил у себя дома 52-летний житель города Рудный. Полицейские изъяли у него пневматическую винтовку, 2 охотничьих ножа и больше 400 патронов и гильз. Кроме того, обнаружили стражи порядка и 2 магазина от пистолета неустановленной марки. Ведется следствие, назначены экспертизы. В Атырау водитель грузовика врезался в легковой автомобиль и попытался скрыться с места ДТП. Но полицейские быстро обнаружили нарушителя. Оказалось, что 57-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердила экспертиза. Дело направлено в суд. Карагандинские спасатели в роли взломщиков. За сутки им пришлось 8 раз выезжать на частные адреса и запускать хозяев в их же владения. И даже вызволять людей из запертых квартир. Так, из-за захлопнувшейся двери помощь понадобилась 2-летнему ребенку. Сотрудники ЧС проникли в дом по автолестнице и скрыли балкон. Аналогичная ситуация произошла на улице Карбышева. Спасена пожилая женщина. А в Шахтинске вызволены еще 3 детей.